Is this your first trip to New York? Yes, yes. We are in Greenwich Village in New York, which is really essentially where homosexuality was invented. Well, not really, but we're sitting right now in a lovely house in a neighborhood where there's a large gay population, and until further notice, being gay is legal in the States. What, have you been out on the streets? Have you seen life here in this neighborhood? Я не могу сказать, что меня это удивляет, потому что для меня это, в общем-то, абсолютно нормально. Но вот я уже рассказывал, что вчера ночью, то есть у меня была только вчерашняя ночь, и меня поразило не эта свобода, а то, что люди вокруг никак не пытаются вмешиваться в эту свободу, не пытаются никак не рассматривают чужую частную жизнь в общественных местах. Находясь в России, мы понимаем, что, сидя в ресторане, это в какой-то степени общественное заявление. Мы подбираем одежду под этот вечер, мы высказываемся должным образом, мы как-то себя ведем. Здесь же, ну и как я видел в Берлине, ну, то есть во многих европейских городах люди могут сидеть в пижаме и пить кофе, не боясь быть стигматизированным просто за какую-то свою повседневную жизнь. Я не могу сказать, что меня это поразило, скорее, это какие-то эмоции меня вызывают больше в России, то есть, когда мы каждый день проживаем какое-то очень унифицированное существование и постоянно готовим себя к этой жизни. То есть, в Москве каждое утро мы должны распланировать наш день, мы должны понять, где мы окажемся, с кем мы окажемся и какими мы должны быть сегодня. Мы должны придумывать наши ролевые модели для той или иной ситуации. Но я не могу сказать, что меня поразило то, что я увидел здесь. Потому что, ну, мне кажется, так должно быть просто везде. I would like to talk a little bit about your experience as a gay man in Russia, but only if you're comfortable with that. And it's completely fine if you're not. I know what the repercussions could be. Мне кажется, об этом не очень интересно говорить, про то, что происходит в России, потому что со мной не происходило ничего экстраординарного. То есть про это абсолютно нечего рассказывать. Мне кажется, намного интереснее говорить о том, как русская культура, русские медиа реагируют на это. В русской литературе никогда не было авторов, которые делали открытые гомосексуальные высказывания и в своих текстах отстаивали гомосексуальную свободу и право быть самим собой. Русская литература полностью исключала и исключает в данный момент это из своего поля. И я не могу сказать, что это исключительно политическое давление сверху. Мне кажется, это то патриархальное общество, которое поставило во главу угла силу, а не искусство и не красоту. А в рамках этой силы и в рамках современной России мы говорим о гомосексуализме как о блатной культуре. Мы говорим о том, что в современной России гомосексуальность является унизительной, не существует никакого научного аппарата, который говорил бы с населением о проблемах гомосексуализма и о том, что это вообще такое. Мы говорим о православной диктатуре, которая используется государством для выстраивания верной идеологии. И мы не говорим о православии, мы говорим, что аппарат РПЦ собирает некоторые устойчивые, так сказать, виральные штампы, приятные большинству, и поддерживает в большинстве радость от своего большинства. Поэтому стигматизированы будут, в общем-то, огромное количество людей, да, и другие даже больше, чем гомосексуалы. Будут стигматизированы раковые больные, для которых это, в общем-то, намного опаснее. 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 Опаснее.